Всем привет! Сегодня 20 января. Мы идем на горку. Наконец-то дождались снега. Конечно, такая погода, наверное, плюсовая. Может, маленький минус, потому что снег влажный. Ой, это я везу Арину. Вот, ну, все-таки с горки можно покататься. Идем на большую горку. Район у нас достаточно такой старый, поэтому горок в этом районе достаточно. Вот, в общем, выбрались. Встретили Никиту уже с Ваней. Вот, усадили они Арину, ну и едем мы уже на горку. Арина классика кричит. Так вы вдвоем ее везите. Никита, помогай Ване. Вдвоем везите. Вот наш район. В Октябрьском районе мы живем, города Минска. Вот, квартиру строим. Скоро вас будем знакомить. Уже, дай бог, в марте получим ключи. Будем вас знакомить с квартирой. Там у меня есть видео, где карты мечты. Вот, мы делали. Ну, и наше одно желание, оно сбылось, что мы торговали у застройщика. Это я так немножко от темы отойду. То есть на такую сумму, на которую у нас только была, чтобы построить жилье, и нам пошли на уступки. В принципе, скинули очень хорошую сумму для именно для покупки, для строительства жилья. Поэтому в следующих видео будем вам уже показывать и рассказывать. Ну а мы идем на горку. Продолжаю вам рассказывать и болтать с вами. Вот тут у нас был когда-то рынок. Его, наверное, 3 года снесли. Сказали бы, торговый центр, в общем, как-то это все дело закинули. Ну, вон, вроде какая-то стройка уже началась. В принципе, конечно, магазинов тут не хватает. Один есть такой дорогой, остальные маленькие. Ну, надеемся, тут что-то будет. Хотя в ближайшее время мы все равно переедем. Ну, зато тут садиков много, поликлиника рядышком. В общем, такой район неплохой. Вот. В общем, Арина наша царевна едет, а я вот везу санки с салазками. Санки еще Никитины. 11 лет, 10. В общем, на ходу. Подожди, Никита. Сейчас дети поедут. Ты ж держи ее. Мы уселись. А вы едете? Это как, Никита? А то мы тут сели. Арина поедет? Давайте. Все, потолкну. Давай, подтолкни его. Держи ее. Да не надо, Вася. Никита, держи. Держи Арину. Подтолкни. Вот. Ну вот, проехали. Да вот у нас тут много горок. И там дальше уже метро строят. Арина, было страшно? Нет. Нет, не страшно? Ну, ты бы любишь такое. Поезд, так, Ваня, подталкивай. Колесо вперед, чтобы... Все, уходим с большой горки. Пойдем. Возле школы у нас есть маленькая горка, покатаю Арину. Мальчишки пошли домой погреются, покушают. Ну и дальше будут на улице кататься. Ну вот, покатались мы на маленькой горке. Такая для детей. Никитина школа. Такие вот здесь есть тренажеры.
Вот эту физкультуру проводят иногда. У него еще нету Никита в 5 классе. Наверное, для старших. Такие. Ну все, идем мы домой. Погуляли, нагулялись, накатались. Все, всем хорошего дня. А, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылочка будет внизу. Ну все, всего хорошего.